Доступна услуга заказа объявлений на телеканале ОРТ через интернет на сайте ort-tv.ru. Организации на новые самосвалы требуются водители категории С, Е, автослесари, автоэлектрики и газоэлектросварщики. Высокая заработная плата, работа вахты в Оренбургской и Челябинской областях, Башкортостане и Казахстане. Подробности по телефонам 8 965 692 60 13 или 8 965 692 60 03. Акционерное общество «Почта России» приглашает на работу в городе Оренбурге и Оренбургской области водителей, почтальонов, операторов, кладовщиков, грузчиков и бухгалтеров. Обращаться по телефонам 8 932 841 95 11 или 8 932 533 3902. Срочно требуются уборщицы, дворники, прессовщики, а также тракторист. Телефон 8 961 914 50 71. Организации срочно требуется автоэлектрик. Соцпакет, график работы 5 через 2. Телефон 8 922 622 49 50. Требуются автомойщики без опыта работы. Телефон 210618. Требуется водитель на автобус ПАС, развозка. Телефон 903701. Требуются охранники. Звонить 92-85-91. Крупную строительную компанию требуется машинист автокрана, монтажник навесного вентилируемого фасада, а также подсобный рабочий. Звонить по телефону 427-888. Требуется слесарь и разнорабочий. Телефон 69-39-80. В управляющую организацию требуются главный инженер, дворники, слесарь-сантехник, разнорабочий, тракторист на экскаватор-погрузчика GCB, а также прораб отделочных работ. Телефон 43-49-94. Требуется водитель-экспедитор на маршруты по городу и межгороду. Обращаться по телефонам 8 953 456 51 17 или 38 23 02. Требуется электромонтер по ремонту грузоподъемных кранов в городе Бузулуке. Заработная плата 50 тысяч рублей. Звонить 8 934 858 24 35. Транспортную компанию требуются водители категорий Б, С, СЕ, а также машинисты. Официальное трудоустройство, заработная плата сдельная. Телефон 99 10 63. В управляющую компанию требуется слесарь и разнорабочий. Заработная плата от 27 тысяч рублей. Телефон 60 52 20. Требуются строители-отделочники и кровельщики. Работа в городе Оренбурге. Заработная плата высокая. Телефон 93 59 88. Требуются охранники. Телефон 8 912 840 92 71. В компанию требуются водители и водители-экспедиторы. Заработная плата достойная. Телефон 29 42 29. В компанию «Склад-сервис» требуются сторожа, грузчик-стропольщик, крановщик и кладовщик. Звонить по телефонам 23 76 64 или 23 76 71. Требуются охранники. Телефон 8 919 619 62 22. В ЖКХ требуются дворники, уборщицы, тракторист на МТЗ, слесарь-сантехник и сварщик. Телефон 8 922 533 3001.
требуются дворники, а также уборщицы лестничных клеток. Звоните в рабочее время с 8 до 17 часов по телефону 500-550. Требуется повар с опытом работы. Оформление по Трудовому кодексу «Соцпакет». Телефон 8-922-535-1772. Ищешь работу? Смотри видеоблокнот на общественном телевидении России и на телеканале «Город». Утром и вечером актуальные вакансии от прямых работодателей в видеоблокноте. Информация обновляется ежедневно. Подробности по телефону 31 24 00.